Всем привет, дорогие друзья! В прошлом ролике я вам показал одно из направлений в авиамоделизме. Это полеты на радиоуправляемых вертолетах в классе 3D-пилотажа. Вообще, авиамоделизм как вид технического творчества – это интересное занятие, позволяющее осуществить извечную мечту человека – подняться в небо. Процесс создания авиамодели увлекателен и интересен. Сделать красивую модель, способную летать, не так-то просто. На создание ее порой уходит не один месяц. Чтобы построить летающую модель, нужны определенные навыки и знания. В авиамоделизме существует три класса – свободно летающие, хордовые и радиоуправляемые. Каждый класс разбит на категории. Наш авиамодельный клуб охватывает практически все классы. Вот, например, сейчас готовится летающая модель самолета, которая предназначена для полетов на дальние расстояния. Модель имеет две видеокамеры, кучу электроники. Пилот управляет моделью через очки, на которых выводятся практически все параметры. Скорость, высота, направление, крен, тангаж, ну и, конечно же, емкость аккумулятора. А, например, вот эта модель самолета предназначена для полетов в 3D-пилотаже. Она выполнена из специального легкого пенистого материала, имеет большие рулевые плоскости и большие отклонения, что позволяет пилоту, не развивая скорости, выполнять всевозможные трюки из-за хорошего обдува рулевых площадей. Давайте посмотрим, как летают пилотажные модели с двигателями внутреннего сгорания. К полетам готовятся пилотажные модели Як-54 и МХ. Нет.